И да, ребята, это не щенячий патруль, это зомби-сафари. Давайте продолжать играть в эту крутую игру. Нажимаем play и помчались ловить зомбаков, а точнее расстреливать их. Чих, расстреливать и давить. Опа, давайте сыграем в левел это. Так, надо что-то найти, чекпоинты. Надо искать чекпоинты. Ничего себе, это как? Ого, вот, были ворота, через которые нужно проехать. Мы проехали через них, круто. Ай-яй-яй-яй, мы не туда упали, ребята. Уф, я не туда уехал. Нас здесь сейчас съедят. Или нет, или не съедят. Ну, в общем, надо выбраться как-то отсюда. Сейчас выберемся, я вижу выход. Вижу. Опачки, привет, пацаны. К вам можно? Эх, как здесь выход? Вот, отлично. Круто. Ой, как вас здесь много. Привет, всем привет, салют. Всех хочу сбить. Круто, они от нас убегают, мне это нравится. Так, подлечимся, оп, подлечимся. А мы и так здоровы, в принципе. Погнали тогда. Подлечились немножечко, но мы были особо-то и не больны. Так, вот, давайте еще вот в эту гоночку сыграем. Ого, великан, хочу его убить. Вот это круто. Смотрите, какого здоровяка мы завалили. Вот это здорово. Здоровячка завалить, это вообще за милое счастье. Так, опа. И нам надо 20 зомби победить. Ого, вот это, нифига себе, как много их. Офигеть просто. Просто офигеть. Вот это да. Их очень много прям было. Прям очень-очень много. Нифига себе. Я еще хочу раз попробовать. Вот это круто. Вот это очень круто. Блин. Просто самое главное, в большого в того нельзя заезжать. Надо всех победить, кроме этого большого очень. Кроме самого большого. Самого большого нельзя трогать. Бабах. Так, сколько? О, вот эту штуку надо. Непонятно. О, пушка. Пушечку я хочу. Сейчас я вас подрастреляю немножечко, ребятишки. Немножечко, совсем чуть-чуть подрастреляю. Ого, вот толпа это. Ага, нифига, как вас много. Вы откуда взялись, такие красавцы? Ого-го, пушка слетела, все, пушки больше нет. Я знаю, что надо делать. О, надо пригнать их вот сюда, к этой штуке. Вот, к этой штуке. Я их сейчас обхитрю. Или получится? Должно получиться. Блин, ребята, мой план не сработал. Ее надо было ловить, эту штуку. Ее надо собирать, оказывается, было. Ну да ладно, сейчас попробуем по второму кругу зайдем. Ого, ребята, как вас много тут. Нифига. Привет. Всем привет. Ой, вот этого нельзя трогать. Вообще он очень большой, опасный. Они еще стреляются на меня? Ого, турборежим есть. Нифига себе мы заехали. Так, назад. Вижу, блин, да ладно. У нас не получилось выполнить задание. Плохо-то как. Мы поймали точку какую-то. Флажок собрали. Флажок, это здорово. Так, да зачем нам взрывать тебя? Бочка, зачем нам тебя взрывать? Блин, плохо. Очень плохо, что у нас не получилось это выполнить задание. Оф, да ладно. Вот это круто. Фуф. Вы это видели? Это было супер круто. Ребята, за это надо поставить лайк. Просто надо поставить лайк и подписаться за это. Это было супер круто. Супер гуд это было. Так, назад. Чик, развернулись и поехали теперь. Вот надо поймать этот ящик золотой. Красный, точнее. Бабах. Сейчас соберем этот красный ящик. И будет вообще супер гуд. Супер гуд. Все нормально, супер гуд. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Назад, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, да не туда же. Дружочек, пирожочек, не туда у нас едет. Так, ну кого здесь еще задавить? Ребята, давайте их завалим всех. Ля-ля-ля-ля. Хочу поймать этот ящик красный. Красный ящик. Так, а может подлечиться, кстати, пора? Я же еще не умирал. Да, может подлечиться надо, давай. Оп. Да, вот как раз надо. Надо, оказывается, было подлечиться, он сам не восстанавливается. Вон оно что. Поехали, сейчас запрыгнем на этот трамплин. Там очень крутой бонус. Уф, назад. Там очень крутой бонус есть. Так, тихо, опачки. А теперь разгон. И тогда, блин, опять мимо. Уф. Ну вы видели, да? Короче, надо поймать этот ящик. Надо как-то по центру прыгнуть. Не знаю, там какой-то супер крутой ящик просто. Просто его по-любому надо собрать. Просто по-любому. Чик. Сейчас мы его соберем. Фаталити, есть, мы его собрали. Круто. Все, мы это сделали, самое крутое. Так, поехали теперь зомбаков валить. Зомбаков. Привет. О, круто, мы еще и с пушкой остались. Это вообще здорово. Это очень мне нравится.
Как же это круто. Блин, ну они все такие маленькие. А один вот этот супер большой чувак. Сейчас. Что же мне нужно сделать, я не понимаю. Ха. Время, у меня идет время. О, пушечка. Вот она, красоточка. Иди сюда. И ты иди сюда. Мне главное вот в этого большого не попасть. Убегаем по-быстрому отсюда. А что, мы там, в принципе, всех завалили, кроме большого, да? Ага, всех. Нифига себе, ребята, вы посмотрите, как их много. Офигеть просто. Нифига себе. Так, нам бы подлечиться, но подлечиться нам нечем. Мы уже дымимся вовсю. Уф. И было бы очень здорово сейчас подлечиться. Очень здорово, ребят. Но это не про нас. Подлечиться это не про нас. Сейчас мы их так попробуем подзавалить. Ха, золотые часы. Ничего себе, мы все поле тут усыпали трупами просто. Уф. Вы видели, как мы перепрыгнули? Это просто космос. Детка, да ладно. Друганыч. Разбомбил нас совсем. Так, я, походу, не выполню это задание. Я не понимаю, что это нужно делать. Но самое крутое то, что мы очень много зомби разбомбили. Да-да-да-да-да-да. Мы этих больших прям валим только так, с нашей пушечки крутой. Главное, крутую пушечку вот такую. Оп, подбираем. И помчались прям. Так, а вот это что за миссия такая? Собрать все точки. Поехали собирать такие точечки. Опа. Уф. Ребята, привет. Привет, я свой. Ой, блин, как много вас тут. Что вот, ребята, у меня там чекпоинт был. Я уеду, ладно, немножечко от вас. Они говорят, нет, ты не уезжай. Ты нам нужен. Возвращаемся, там был суперускоритель. Надо вернуться и собрать его. Там нас ждут друзья спереди. Ох, кигельбан какой-то просто. Так, кристаллики нам нужны. Очень. Ничего себе, до сих пор крутится, вот это круто. Вот это мы умеем играть в боулинг. Опа, у нас немножечко кристалликов. Привет, медведь. Ой, нам надо срочно подлечиться. Иначе нас сейчас убьют. И что это такое? Давайте большой ящик выберем. Непонятно. О, да ладно. Мы мочим зомбаков. Круто, с пушки. Круто. О, вот это мне нравится игра. О, такая штука мне нравится вообще. Такие штуки я люблю. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Прикольно. Иди отсюда. Больших, главное, валить. Большие они быстрые такие. О, стреляющие. Нифига себе. Вы что творите, ребята? Вас откуда так много? Ты давай тут не бегай. Ты тут не бегай. Нифига себе, сколько у вас там больших. Вы что, ребята? Откуда у вас так много? Сожрать хотят мой последний ящик. Все, сожрали. 8 кристаллов, круто. Я готов был за 8 кристаллов. Пройти такую миссию. Ништяк. Так, едем подлечиться. А у нас там очень много. У нас там ящик, кстати, стоит очень классно. Надо вернуться туда. Пора вернуться туда. Где там этот ящичек? Пушка. Хочу пушечку. Опа. Ну что, кто тут герой? Ты что ли? Нету тебя, забудь ты про это. Оп-оп. Так. И что надо делать? Непонятно. Пока вообще непонятно. Вот это что там было, желтенькое? Вот это что такое? Ну-ка. Оп. И что? Неясно. Так, ладно. Я не хочу собирать эти желтые бочки. Вот вообще не хочу. И поэтому я поеду в другое место. Вот сюда, например. Опа. Привет, пацаны. Ждали меня? Нет. Я вас тоже не особо ждал. Но, блин, давай объедем эту штуку. Оп. Там пушечка есть. Где-то. Так, где-то здесь была пушка. Только что видел. Привет, друзья мои, привет. Так, 60 секунд. Надо что-то делать 60 секунд. А что непонятно? Да ладно. Вот так вот. Ха! И чё? Чё это значит? 60 секунд? Непонятно. Я проиграл, что ли, эту миссию? Чё случилось? Да, я её проиграл, надо ещё раз. Нельзя выезжать за красные круги. Всё, я понял. Будем вот так крутить. Наворачивать. О, такая система не канает. Они быстро справляются так со мной.
60 секунд у меня не получится выдержать. Точно. Ах, да. Быстро он меня. Блин, но там опять мой ящик. Надо этот ящик собрать. Если я ящик это не собираю, весь мой опыт сгорает. Да, в этих ящичках мой опыт хранится, как Кощей бессмертного яйцо. Там, короче, надо собирать. Надо собирать. Так, а где же он был? Я уже забыл, блин. Быстрее, быстрее. Не, не туда я поехал. А, да ладно. Он просто меня разбомбил. Вы что, издеваетесь, что ли, ребята? Все, мясо его разбили. Классная пушечка у меня, классная. Так, а, вот здесь наверху где-то был этот ящик мой. Да, вон звездочка. Звездочка, звездочка, звездочка моя. Пушка улетела, блин. Вот это я врезался сильно. Соберем еще одну туда. Так, где мой ящичек крутой? Блин, мимо ящичка своего проехал. Че надо, пацаны? Че надо, говорю? Так, от меня. Вот здесь еще один мой ящик. Ах, вот видите, звездочка горит. Звездочка, звездочка, вот она. Да, я там взорвался, я помню. Опа, круто. Все, ништяк, ништяк, я собрал все свои ящики. Это очень здорово. Опа. И что мы можем делать теперь? Здесь я, помню, проезжал. Помнится мне, здесь я бывал. Ого-го-го-го. Так. Непонятно пока, что нужно сделать. Ой. Привет, ребята. Пушку надо. Сейчас поднимаю пушку, едем на базу. А, давай, иди сюда, пушечка. Мне очень сейчас нужна. А вон, я вижу базу. Я вижу базу. Да-да-да-да-да, вот она, красоточка. Иди сюда. Оп, энтер. Все, отлично, мы чинимся. И левел ап делаем. Левел ап. Так, level up, halted. Ну и что надо сделать? Что надо сделать, непонятно. Непонятно. Так, что же от нас хотят? Я не понимаю, что хотят чест level up. Weapons. Так. Ребят, может вы знаете, я вот просто пока вообще не разберусь, что здесь нужно сделать сейчас. Но у меня наверху зеленая полоска говорит, ребята, давайте. Пошустрому. Так, это что сейчас было? А, это пульки? Это пульки стреляли? Уф. Привет. Пушка моя сразу слетает, как обычно. Так. Какой-то крутой кубок. Давайте проверим, что это. Jump up. Так, надо куда-то заехать. Я это понял. Сейчас заедем. Уф, здорово. Куда едем? Джампим. Ага. Назад. Говорят, ну-ка развернись. Ты давай меня не бей. Ты смотри, они меня бьют. Ребята, я не могу ничего сделать. Но неужели они меня победят? Так, срочно домой. Домой. Уф, где мой домик, непонятно. Быстрее. А, где мой дом? Дом, милый дом. Вот он. Или это не он? Да, он. Я не могу заехать во время миссии сюда, блин. Ну, классно, после дома у нас ящик переваляется. Это тоже круто. Ха, вот этот самый мощный, блин. С сердечками он там или с чем. Так, где-то здесь ящик. Ящик, вот он. Дрота. Есть ящик. Все, вернулись на базу. В общем, ребята, пишите в комментариях, что это за зеленая полоска у меня наверху и почему там она моргает сейчас. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.